Давно не брал я в руки скрипку. Здравия, други. Месяц назад уже почти выходил крайний наш ролик. Вот. И сейчас наши поклонники, наши последователи хлопают в ладоши. Наконец-то дождались Велигоров записывать новое видео. Ура, ура! Появился повод снять видео. Мне сегодня пришла посылочка. Магазина, челябинского магазина АК-74, и сейчас мы ее будем анпакить. Вот, будет интересно. Итак, заказывал через интернет. Я был лично в магазине, посещал этот магазин челябинский, офигенный магазин, много всякой всячины тактической есть у них сайт, и вот как бы я на сайте заказал себе заказ, сделал. И вот он мне сегодня доставили. Вот сейчас мы его будем анпакить, как говорится. Вскрываем. Ох, чуть не вскрыл мимо. Что мы тут имеем? Милтек. Мультифункционал Хедскейр. Я не знаю, что это такое. Типа переводится, как будто бы я понимаю, что написано. На самом деле, просто я знаю, это мультифункциональная бандана милтековская. Говоря по-русски, называя вещи своими именами, это баф от компании Милтек. Тактический баф. Сейчас напялю, дальше будем смотреть, там еще у меня что-то есть. Милтек, все дела, 100% полиэстер, прилеплю на стену, пусть здесь будет. Так, тут также присутствует инструкция, мультифункцион стух. Нарисовано на фотографиях, как носить, его можно хвостик, даже сейчас на бороду намотаю. Инструкция, как правильно тут что заворачивать. Вот, все это присутствует. Это одна вещь. И вторая вещь. Хо-хо! Мишаня, физкуль, привет. Это как раз те самые котята. Была у Миши версия, что я ему предупреждал. Он предположил, что я заказал котят и буду их топить. И у него будет сердечный приступ. Кликн-кат. Колстиловский ножик приехал. Такое ощущение, что его там как-то пытались вытащить оттуда, вскрыть. Но на самом деле нифига. Все заклеено скотчем. Американская компания, насколько я знаю, Cold Steel. Вот такой вот ножик. Сейчас будет такой, как бы быстренько просто покажу ножик. А более детальный, более подробный обзор на него сниму отдельно. Как бы, а пока... Ха! Кликн-кат. Типа нажми и отрежь. Ножик со сменными лезвиями. Кликн-кат. В пластмассовых ножнах пластиков. Тактический, само собой, пластик. И два дополнительных лезвия в комплекте. Серейтером. Ну, это подробно. Потом сниму отдельно про ножик видео. Пока вот. Cold Steel Кликн-кат. Кликн-кат. Мишаня. Вот. Такая штука. Ну, сейчас напялю мультибандану и продолжим. Надо сказать, что в условиях пандемии я сейчас достаточно тактически выгляжу. Так вот, в условиях пандемии вот такие вещи, бафы эти, я как бы с ними знаком по велосипедной теме. Вот, и у нас на текущий момент пандемия, у нас введен масочный режим в городе, в магазине без масок не обслуживают. И вот эти бафы крайне удобны и практичны. В плане каком? Я, например, когда собираюсь, ну я вообще всегда хожу в бафе, их много разных, китайский в основном, милтековский первый, но... Вот так я его напяливаю, короче, как шапочку. Когда захожу в магазин,
А за продуктами я делаю тактический ход, делаю вот так вот. И иду спокойно, отовариваюсь, и мне никто слова не говорит, я же в маске. Вот такая вещь. Ну и click and cut от Call Steel, на который обзор будет в следующем видео. Вот, а на этом можно как шарфик еще, кстати, использовать. Там так и нарисовано. Где-то здесь на картинке есть как шарфик. Так вот, на этом сегодня все. Ждите продолжения в ближайшее время на нашем канале. Будет более подробный обзор вот этого выкидыша от Gold Steel. На этом все. Всем спасибо. Мишаня. До свидания.